В 1518 году в Священной Римской империи произойдет загадочное явление. В течение нескольких недель сотни женщин будут выходить на улицы города и танцевать. Несмотря на голод, холод и смерть некоторых из них, они будут продолжать танцевать. Власти будут безуспешно пытаться помочь этим несчастным женщинам. Они сделают специальный помост для танцев, решив, что когда те танцуются, они просто разойдутся по домам. К сожалению, это не поможет. На самом деле, у историков до сих пор нет точного объяснения этому загадочному историческому событию. Некоторые из них считают, что дело было в эпидемии. А как ты думаешь, что случилось с этими женщинами? Делись своим мнением в комментариях. А если больше любишь почитать, чем посмотреть, переходи по ссылке в телеграм-канал. У меня много интересных историй.